Ой-ой-ой. Давайте затем дом. Ого. Второй дом. Есть пробитие. Еще один. Раз, два. Рикошет. Три. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Енот, Серега, Локдог, пацаны, поздоровайтесь! Всем привет! Если опять угостите, приятного аппетита! А у нас обзор здоровенных роботов. Первый у нас Балтис робот. Ой, смотрите, какой он прикольный. Так, я хочу выходить, чтобы вы кто-то в него садился, я буду давай со стороны смотреть. Давай, Серега. Покажи вещи. А, я думал, ты заедешь. Ну давай, заезжай, Серега. Первый, короче, ребята, мы решили сегодня уничтожать постройки. Скидывай сюда, или будем туда на мясорубку катить. Серега, давай, только ты этот немножко возьми левее, чтобы на желтую наезжать. А тут ты наезжаешь на бордюр. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас. Попробуй просто упади в яму. Высоты. О, вот так, да. Ой-ой-ой. Кстати, игру очень оптимизировали, теперь она вообще не лагает. Четко, да, идет? Так, удаляем построечку. Чпоньк. Ой, не то нажал, не чпоньк. Привыкаем к новому управлению. Во. Ребята, ставлю следующую постройку робота. Биг-робот. Надеюсь, он будет здоровенный. Ого! Давайте я Тихо, робот, тихо. Тихо, тихо, дурак. Да блин, он неуправляемый кусок говна. Вы видели, ребята? Че, оставить еще пару зданий на других роботов? Давайте вот туда вдалеке уничтожим. Слышишь? Это вообще, ребята, это мощь. А это не то. Ого! Ну че? Садитесь вы в него, я хочу посмотреть со стороны, давай, как он лупашит. Давай. Классный робот. Ребята, не забудьте в конце ролика написать, какой больше всех вам робот понравился. Да ну не ломайте же новый робот. Серега, садись. Фу, ё-моё, сейчас. Серега сейчас. Права купил, еще не научился ездить на машинах. О, а ну-ка давай, лупани по зданию. Ух ты, только все не рушь. Так. О, давай попробуешь ты на мельницу заехать, на высокую туда. Дим, смотри, сейчас прикол, он крутится. Погоди, а, блин. Да я понял, он типа раскручивается из-за колес. Это он странно себя ведет. Что это с ним? Ну смотри, у него руки вот все двигаются. Да. Вот. Ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Серега, как ты думаешь, хватит мощи заехать у него или нет? Думаю, хватит. Давайте будем внизу. Эй! Попробуй я скинуть просто в мельницу. А мы здесь внизу, ребята, постоим и посмотрим, как он будет заезжать сюда. Не сможешь, Серега, нет. Лучше падай сразу. Все. Во, полез. Ого, запчасти. Вроде и постройка небольшая, а запчастей миллион. Так, давайте отлетим здесь. Так, отлично. Следующая у нас построечка. Давайте будем ускоряться. Построек много. Ого, смотрите. О, механоид. Так, я могу, смотри, как прям вообще жестко. У него нет базуки, этого не хватает очень сильно. А может есть? Не, Серега, оно видно было, когда есть базука. Пулеметы есть. Базуки нету. Как вы думаете, смогу заехать или нет? Вряд ли. Не, центр тяжести, да? О, смотри, только не мешайте, пожалуйста, я смогу заехать. Держу. Тихо, я неправильно сделал. Надо разгон взять. Сейчас разгончик небольшой возьму. Стойте. Ребята, я же профессионал. Вы ж не забывайте тоже эту вещь. А, теперь уже нельзя, что с пятой буксуешь резко. Убрали эту фишку. Блин, раньше можно было включать пятую скорость. Педаль в полы, и оно шлифует. Здесь уже убрали это? Блин. Походу. Да. О, едешь. Я заезжаю, ребятушки. Давай.
Заезжаю со всей силы, давай! Плохо, если он в конце зависнет, не сможет заехать. Ну, вот как я и сказал, Давай, 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 едь. Я да все, все, а ладно, давайте еще раз попробую. Как-то, а что, я не могу сесть далеко? Эй, не могу теперь сесть. Ой, ой-ой-ой, кто это сел? Сейчас упадет, смотрите. Нет. Опа. Опа. Все. Давайте посмотрим снизу. Ой. Ой. Ну все. Разрушили мы робот. Даже что-то бахнуло там, да? Все, 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 все. Продолжаем. Следующий у нас робот. Dead Egg Robot. Что за пылесос? Так это вот, Соника, знаешь, есть. А, такой, да, такой, босс, который. Усатый вот этот. Вот у тебя джетпаки. А как им регулировать влево-вправо? Подожди, что было? Так, а если мы вот так вот сделаем? Тут, пацаны, не получилось. Слышь, я вышел с него и газ зажал, он остался. Псих-убийца, робот. А ну попробуй ты взлететь. Бэкспейс нажми. Ну блин, странно, да, Серега? Наклоны нельзя этих джекпаков регулировать. Сейчас, сейчас посмотрим, подожди. Ну нет, поворот. Все, замочеешь. Не, Серега, нет поворотников. Может, на руки бы. О, базуку. Видели, след от базуки сделали теперь? Круто. Не, Серега, фигня какая-то получается. Мы тебя уничтожаем. Уничтожаем Серегу. Ого. Все, я за карту вылил. Продолжаем. Фус рободе роботер. Блин, ну классно, да, построечки, ребята, запилил я в этой серии? Что-то разлетелось. Что-то рассыпался. Да? Да, разлетелось. О, может и им получится залезть, наверное? Блин, что-то непонятно. Может, как-то можно перевоплотиться им? Нажми Alt. Так. Alt, VSD. Раньше можно было правой кнопкой наводишься. Блин, непонятно нифига. Но я знаю, что можно как-то, наверное, в машину превращаться, раз у него колеса вверху. Или он отстегивается как-то в машину. Можем ему помочь. О, смотри, машина сразу стала. И чё? Чё за прикол? Не, он не опускается никакой. Не опускается? Тогда мы его ломаем. Ломаем, ломаем, застреливаем. Я лежу, еду. Нет орудий, всё. Нет проблем. Милитари робот. Ой. Такой же. Шел вон он, такой же. Ого, что-то у меня отсоединились. Да. Куда поехал? Вот так вот едет сам. Колеса. На, два колеса. Хорошо, хорошо. Всё, давайте дальше. Снимался. Побольше покажем роботов. Может, давай накачал? Я своего поставлю. Давай покажу прикольного, который всем понравится. Давай. Робо Сталин. Молоток, серп. Ха-ха-ха, ребята. Давай я выйду, покажу его ребятам, как он вообще со стороны выглядит. Ого, он гигантский. Ого. Нифига себе мощь. Это молотка. Может его реально туда в миксер зафигачить? Молоток ему отломаем. Вот это именно дебелы. Смотри, 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 влезет. О, давайте посмотрим, сколько же запчастей останется. Давайте поможем чуть-чуть там этот прослабить колеса. О, во-во-во-во-во-во. Начало. Не начало. Ой. Мне надо было в мясорубку другую закинуть. Давай руку отстрелим, рука упадет и начнет там долбать все.
О, отлично, рука пацана, минус рука. Минус вторая рука. Туловище отлам. О, туловище отломалось. Голову. Горит. Вот это мы его развалили, ребята. Вот это вообще мощь. Сталин развалился. Хорошо. Так. Просто робот. Ой, какая. Это даже не робот, это. А, хотя да, это робот. Кажется, я уходит за убийство, это у меня там наружу. Да что? Ну хорошо, конченый робот. А вот. Последнюю. Поставлю робот. Сейчас, Серега, еще один робот вот такой у нас есть. Ой, да что. А что у него движок от Порше какой-то? На колеса. Хорошо, Серега, давай став своего робота. Это здоровый механоид, сейчас поставлю. Давай. И вы будете любоваться им. Два раза клацаешь на картинку и сразу спавнишься в нем. О, ничего себе! Ребята, оцените мощь этого. А чё ты начинаешь ходить и ломаешься весь? Еще один просто робот. А чё ты за робот, если это машина? Это? Ого, он лупашит! Нифига себе, ё-моё, Дима! Давай, наяривай! Давай! Оп! О, давай попробую по дому стрельнуть, стойте! Попробую стрельнуть в дом по высоте. Давай, Дим. Ой-ой-ой! Давайте затем дом. Ого! Второй дом. Есть пробитие. Еще один. Раз, два. Рикошет. Три. Еще. Да ладно. Один или два выстрела и все, дом. Один дом, один выстрел. Смотри, один выстрел, и дома нету. И 10 трупов. О, давай в новостройку не достроим. А он не разрушается, вот те дома не разрушаются. Нет, разрушаются. Вот это, ладно, давайте еще оставим парочку построек, хоть каких-то, потому что нам еще надо дальше смотреть. Так, удаляем машину. Робот Гвард. Так, был уже. Такого уже видели. Был. Звук такой металла, да, добавили? Кстати, раньше такого не было. А теперь у нас... Не, они, кстати, называются по-разному. Робот Рикс. Ого! А у него там еще нет. Да ты задрал, а? Он может пушки, он может стрелять. Битва роботов начинается. Да. Это робот. Пыльёшь, как щенка. Робот. Ребята, если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.